посвящен памяти ректора Московской государственной консерватории профессора Бориса Ивановича Куликова. Наша миссия – объединять людей из разных стран, которые любят классическую музыку и хотят исполнять красивые и легкие песни. Мы несем мир, свет, любовь, гармонию. Александр Сергеевич Пушкин сказал, что из наслаждения жизни одной любви музыка вступает, но и любовь не будет. В программе сегодняшнего концерта прозвучат вальс любви и аганс Брамса. Good evening, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you to the winter charity concert of our unique ensemble, Moscow Oratorio Society. Today's concert is held on our 25th anniversary and is dedicated to the memory of the rector of Moscow Conservatoire, Professor Boris Ivanovich Kulikov. Our mission is to unite people from different countries who love classical music and are eager to perform beautiful and rarely heard works. We offer to the world light, love, and harmony. As Pushkin observed, from the pleasures of life, it is only love which gives way to music, but love itself is a melody. In tonight's concert, we will sing Liebeslieder by Brahms. На сцене международный хор Московская оратория. Памятного знака.
наших музыкальных учителей. Part of the proceeds from tonight's concert will be given to the Vladimir Spivakov International Charity Foundation, which next year will also celebrate its 25th anniversary. We express our gratitude to our general sponsor, R1 Highway Construction Company, and Edgar Islanovich Agamyan, its board chairman, and also to our long-standing sponsor, Global Education Facilitators, for its many years of support for our choir. The concert will proceed without a break. Слово кандидату искусствоведения Александру Великовскому. Добрый вечер, дорогие гости. Произведение, которое мы сегодня услышим, можно смело назвать квинтэссенцией романтизма. Ведь в нем сплелись три важнейшие составляющие этой эпохи. Вальс – самый популярный танец XIX века. Песенная лирика и, наконец, любовное чувство. Либеслидер вальса – вальсы, песни любви или песенно-любовные вальсы. Так Брамс назвал свое произведение, состоящее из двух опусов очаровательных миниатюр. Между тем, эту музыку Брамс написал не для большого концертного зала. Она предназначалась для камерной обстановки, для домашнего музицирования. Дело в том, что в то время, в XIX веке, в Вене была очень популярна традиция домашних концертов. Многочисленные любители музыки собирались в тесном кругу, общались, пели, исполняли музыку. 33 очаровательные миниатюры составляют эти опусы. В каждой из них лаконичный сюжет, повествующий о радостях и горестях любви. И каждая пьеса – это вальс. Но все вальсы разные. Есть вальсы восторженные, стремительные, буквально в вихре закручивающие нас. Есть вальсы более спокойные, задумчивые. Я бы сказал, что перед нами настоящая антология, энциклопедия романтического вальса. В качестве эпилога Брамс обращается к стихам великого Гёте. И здесь вместо вальсовой чувственной лирики, философские размышления о смысле искусства. Кстати, все переводы вы можете найти в буклете. Здесь они все опубликованы. Композитор признавался, что он улыбнулся после того, как сочинил эту музыку. В письме издателя он отмечает: «Ну пусть меня назовут ослом, если наши вальсы любви хоть кому-нибудь не доставят радости». Брамс был прав. Немецкая публика очень высоко оценила это произведение, и уже через несколько дней, буквально после их публикации, вся Вена напевала эти прекрасные мелодии. Я уверен, что никого из сидящих в зале эта музыка сегодня не оставит равнодушным. Спасибо. Дорогие друзья, добрый вечер. Позвольте мне сказать буквально пару слов от лица художественного руководителя этого действа сегодня. Нашему хору «Московская оратория» 25 лет. Я не люблю подготовленных заранее речей, никогда их не пишу, поэтому извините за некий сумбур, но зато от сердца. В это невозможно поверить, что хору 25 лет, это было как вчера. Это действительно невероятный проект, который оказался очень успешным и доказал на протяжении всех этих лет не только свою эффективность и значимость и ценность, но и показал, как хоровое пение может объединять людей.
людей разных национальностей, людей разных стран. Мы действительно можем сказать, что музыка – это лучший посол мира. Много прошло времени, много всего происходило эти годы. Хор завоевал достаточно хорошую, крепкую репутацию для любительского коллектива. Нам удается справляться с достаточно серьезными программами. Я очень рад, что сегодняшний концерт, наш юбилейный концерт, мы посвящаем памяти этого замечательного человека. Вот он, смотрите на его улыбку. Он навсегда остался в нашей памяти именно таким. И я очень рад, что сегодня будет звучать музыка. Выбор этого произведения не случайен. Борис Иванович просто боготворил творчество Брамса. Много раз обращался к сочинениям этого гениального композитора. Дирижировал неоднократно немецким реквиемом Брамса, хоровыми сочинениями, акапельными сопровождением. И вот эти два цикла, которые мы сегодня исполним, два опуса, он продирижировал с знаменитым хором, который называется BBC Singers. Это хор радиокомпании BBC в Лондоне. Это были, мне кажется, конец 70-х или начало 80-х годов, когда он выступил именно с этой музыкой, и это было записано. Это звучало неоднократно по радио, в прямой трансляции, потом в записи, и мы достали уникальную запись, мы ее оцифровали. Я хочу, чтобы сейчас, прежде чем запоем эту музыку мы, вы услышали бы маленький-маленький фрагментик того, как это было вот в тот момент, когда Борис Иванович дирижировал. Вы знаете, концертмейстером это сложнейшие партии аккомпаниаторов. Это исполняли верные спутницы Бориса Ивановича, которая, слава богу, сейчас сидит в этом зале. Супруга Бориса Ивановича, Нина Ивановна Куликова. Давайте ее поприветствуем. Итак, разрешите нам включить этот маленький фрагмент из Англии. Pentecost is the time. Last summer, the BBC singers were invited to a festival of chamber music at Beaulieu Abbey, where they sang four choral songs by Brahms and his Liebeslieder waltzes. They are conducted by Boris Kulikov, president of the Moscow Conservatoire. And in the waltzes, they're joined by two Russian pianists, Nina Kulikova and Olga Rumchevich. Brahms's Liebeslieder waltzes have an accompaniment for piano duet, which Brahms and Clara Schumann played at the first performance. Four choral songs by Brahms, sung by the BBC singers, conducted by Boris Kulikov. Thank you.
Thank you.
Sprung sie vor die Brüder, die Stiebe, die.
Уважаемые дамы и господа, в качестве сюрприза и нашего приза прозвучит знаменитый венгерский танец, который фактически с нуля написал аранжировку и немецкий текст наш замечательный концертмейстер Алина Смирнова. Это премьера.